Мисс Сеймур, а я опять вас везде ищу. И, видимо, так и не нашел. Благодарю вас. Спасибо. У вас замечательный друг, мистер Харпер. А может быть, вы будете называть меня просто Джеймсом и позволите проводить вас, когда все это закончится? А зачем ждать, когда все это закончится? А вы знаете, Сандра, я вспомнил, где я вас видел. Ну, точнее, не вас, а ту, на которую вы безумно похожи. Как интересно. Дело в том, что когда я был маленький, у нас в саду была статуя. Мой отец заказал ее у одного очень известного скульптора. Статую. И, если признаться, я был в нее даже влюблен. Джеймс, да вы поэт? Да нет, что вы. Какой я поэт? Просто так сложилось, что родители были всегда заняты. Отец с делами фирмы. Мама занималась отцом, благотворительностью. На меня времени почти что не было. А она всегда была рядом. Я доверял ей какие-то секреты. Мне казалось, что только она одна меня и понимает. Отпустите его! А ну-ка, отпустите! Ну, это же не бандит, это дервиш! Слушай, что же вы не видите? Слушай меня, запомни! Скажите своим людям, отпустите! Отпустите его! Близкий становится далеким, далекий становится близким. Пришло время выбирать! Время! Время! Пахтыть они! Время! Сандра, что с вами? Что вас так испугало? Нет, ничего, здесь становится холодно. Давайте вернемся, Джеймс. Сандра, когда мы сможем еще увидеться? Сейчас очень много дел. Но как только появится свободное время, я вас обязательно найду. Я благодарю вас за этот прекрасный вечер. Надеюсь, что смог вас хоть чем-то порадовать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Нет, я очень рада вашему звонку. Да, просто очень много дел сейчас. Нет, мы обязательно увидимся. Вы же сам бизнесмен, знаете, сначала дело. Да, всего доброго.
Надо куда-то выйти. Шестой номер, пожалуйста. Джеймс, это снова Сандра. У меня неожиданно отменилась встреча, я сейчас совершенно свободна. Я тоже с удовольствием. А здесь неплохо готовят. Как вам ризотто? Очень вкусно. В прошлый раз вы с такой теплотой говорили об Италии. Я подумал, что вам должно здесь понравиться. Вы очень внимательны, Джеймс. Здесь правда очень приятно. Только вы ни к чему не притрагиваетесь. Я прошу прощения. Не сочтите меня бестактным. У вас что-то случилось? Нет. Я просто, наверное, устала. А я могу хоть чем-то вас развеселить? Я клянусь, что исполню любую вашу просьбу. Я только очень вас прошу, не требуйте от меня есть овсяную кашу. Я ее с детства терпеть не могу. Вот вы хотя бы немного улыбнулись. Ради вашей прекрасной улыбки я готов съесть овсяную кашу. Официант? Да. Скажите нам, пожалуйста, у вас готовят овсянку? Что? У вас в ресторане готовят овсяную кашу. Овсяная каша, вы меня понимаете? Я могу спросить у шеф-повара. Нет, не спросить, а потребовать. И причем немедленно. Сейчас будет подвиг в честь прекрасной дамы. Извините, это шутка. Джеймс, не нужно таких жертв. Ну, я же не варвар, чтобы подвергать вас таким ужасным испытаниям. А знаете что? А давайте погуляем с вами у моря. Я тогда отпущу охрану. Однажды я нашел на берегу моря умирающую чайку. Она лежала в нефти затонувшего танкера, и крылья у нее были склеены. Тогда же я узнал, что корпорация моего отца занимается именно добычей нефти. И я поклялся, что никогда не стану заниматься делом своего отца. Поклялись? Да. Это была такая страшная детская клятва. Самому себе, и об этом тогда никто не узнал. А как же потом? Потом я понял, что корпорация моего отца – это не только умирающие чайки, это еще необходимое всем топливо, тысячи рабочих мест. Понял, что такое ответственность перед людьми. Только вина перед той птицей не отпускает меня до сих пор. Я вас понимаю. Снова меня потянуло на серьезные разговоры. Вы уже опять не улыбаетесь. Вы очень милый, Джеймс. И так трогательно не любите овсяную кашу. Это любимый номер Андрея. Это он меня научил. Он мне всегда говорит, что мне не хватает легкости. А вам тоже так кажется? Нет. Мне кажется, вы очень хороший человек. Как-то так здорово тогда получалось у Андрея кидать эти камешки, и вы так задорно смеялись. Ну, этому Андрей меня еще не научил. Вы знаете, у меня тоже это не очень хорошо получается, но кажется, это нужно делать так. Ну, вот видите, и в этом талантливее. Слушай меня! Ты должен знать! Время пришло! Вахты, дядя! Подождите, Джеймс, мне кажется, время совсем пришло. Не опустится. По-моему, в прошлый раз он вас очень напугал. Не надо, Джеймс! Думаешь, что любишь одного? Выйдешь замуж за второго, спасешь третьего, а любить по-настоящему будешь четвертого. Я не понимаю. Жизнь долгая, будет время понять. Он ладен мы.
сюда, постановка ты. Эй, лази. Помоги, бля. Йоги, да, иди. Спасибо за прекрасный вечер, Джеймс. Когда мы сможем снова увидеться? Не знаю, простите. Но вы, по крайней мере, не покидаете Баку? Не знаю. Я правда ничего не знаю. Спокойной ночи. Простите меня. Андрей, давай поедем куда-нибудь. Я не смогу выйти замуж за Джеймса. Он добрый, он хороший, но я его не люблю. Понимаешь? Я только хотела помочь Пашке. Ну, то есть я и сейчас хочу ему помочь, но... Так в чем же дело? Но эту проблему можно решить по-другому. Как по-другому? Ну, например, контрабанда или продажа наркотиков. Я на все согласна. Я все равно такая, как вы. Такая, как ты. Я не хочу замуж за Джеймса. У тебя эмоциональный порыв сейчас. Ты же это понимаешь? А любой порыв – это проявление слабости. А серьезные вопросы сгоряча не решаются. Я тебе не нужна. Тебе дороже деньги, которые ты получишь по завещанию. Детка, давай поговорим об этом завтра. Завтра вечером.
Детка. Иди ко мне. Уважаемые, заходите. Добрый день. Что хотите? Я вам сделаю, а? Если не будет, я из-под земли вам достану. Что ищете, красавица? Подсказать? Много вещей. Старинные вещи. А это что, все ручная работа? Да, конечно, красавица. Только, как это говорят, эксклюзивные вещи. Ну? А, что-то особенное ищете? Нравится? Это очень дорого стоит. О, это моя гордость. Это, как говорят, это старинный азербайджанский головной убор невеста. Если будете брать, я сделаю большую скидку. А? Нет, спасибо. Зачем? Он мне ни к чему. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне нужен Уром срочно. Где он? Где он, я спрашиваю? Они все уже спят. Но если тебе так срочно, его комната наверху, вторая дверь направо. Сандра, стой! Да остановись ты! Пойми, у меня в жизни больше ничего нет. Не отнимай его у меня! Пожалуйста.
Девушка, постойте, куда вы? Скажите, девушка, кому вы? Иначе я вас не могу пустить. Я Сандра Сеймур, в 26-й номер. Сейчас позвоню, минуточку. Да? Господин Харпер. Извините, пожалуйста, за поздний звонок. Но вас тут спрашивает некая мисс Сеймур. Однако вы... Пустить немедленно. Хорошо. Пройдите, пожалуйста. Пройдите. Что-то случилось? Простите, что врываюсь к вам так поздно. Нет, это абсолютная ерунда. Я не спал, я, видите, работал. Да вообще, бог с ней, с этой работой. Могу я предложить вам что-нибудь выпить? Мне срочно нужен Урмас. Я не могу выполнить условия вашего договора, поэтому требую, чтобы он немедленно был расторгнут. Вы меня слышите? Мне нужен Урмас. Он уехал. Куда? Урмас, Кэт и Дэн уехали по делу. Когда вернутся? Не скоро. Thank you.
машину кладу. Хорошо. Привет. Грузи в багажник. Давай, давай. Алло. Понял. Собираемся. Дорога, которой они поехали, идет через горный перевал. Вот уже около 3 часов с машиной нет связи. Как нет связи? Почему? Ночью в горах прошел сильный ливень. В новостях сообщали об оползнях и обвалах. А почему вы сидите? Почему вы не вызываете спасателей? Мои люди сейчас едут. Давайте в машину. Садись за руль, поехали. Ник, давай скорее. Красавица Лиз, женщина недоступная, как богиня. А ведь это Харлоу, 70-й год. Вот, память меня не подводит. Ты помнишь 70-й год, Лиз? Нет, ты забыла. Ты все забыла, как только появился этот безродный выскочка Харпер. Ты сломала мою жизнь, а я разрушу твою. Я готовлю тебе сюрприз и надеюсь, что он тебе понравится. Я всегда выбирал то, что тебе доставляло наибольшую радость. Так ли, Лиз? Ник, быстрее. Ну, вдруг там нужна наша помощь. Сандра, успокойся. Ты же понимаешь, что мы идем с максимальной скоростью. Ты же не хочешь, чтобы мы сами слетели в пропасть? Господи, как медленно. Ник, смотри. А, бель, бура, бель. А, сахла. Ай, че, не кшка с тобой. Что ж ты уже майнул? Я уверен. Я сейчас взял. Иди, она, бек, куай, на бичим сахла. Бура, на ехать, мишем, кит. Сидите в машине. Я сейчас сам все выясню. Кайт, кайт обратно. Кура олмаз. Кайт. Добрый день. А, баша салбуна, да? Сюда нельзя. Дорога перекрыта. Часа на 2, как минимум. Сожалею, но вам придется вернуться. Объезда тут тоже нет. А что случилось? Ночью был ливень. Легковушка на скользкой дороге сорвалась, пропасть и взорвалась. Все сгорело дочисто. Похоже, никто не уцелел. Понятно. Эй, Сандра, девушка, сидите девушка, в машине. Девушка, стой, куда? Сандра, стой! Стой! Да, это их машина. Послушайте, ну что, нельзя находиться. Пусти меня! Сандра, понимаешь? Что, Сандра, стой! Стойте, Сандра! Что опасно? Осторожно! Пусти меня! Пойди отсюда, нельзя! Пусти меня! Да успокойтесь вы! Нет, там никого нет! Уже ничем не помочь! Они выбрались! Сандра! Тела уже увезли. Было понятно только что. Погибших было трое. Уведите ее. Пойдем. Здесь нельзя оставаться. Скорее, пожалуйста. Ну, пойдем.
Пойдем, Сандра, все. Хватит, не смотри, поехали. Ну все, Сандра, пойдем, прошу. Открыто. Сандра. Говорят, что ночью был несчастный случай. Кто-то погиб. Очевидно, это был кто-то, кто вам очень дорог. Вы извините меня, если я не вовремя, я уйду. Просто хотелось вас поддержать. Если это, конечно, возможно. Сандра! Слава богу, вы очнулись. Как вы себя чувствуете? Я сейчас позову врачей. Долго я так лежу? Несколько дней. Врачи даже опасались за вашу жизнь. Но теперь вы пришли в себя, и значит, все будет хорошо. Сандра. Где ты сейчас? Ты опять далеко. Я понимаю, что не вправе ревновать тебя к погибшему. Но его уже нет. А тебе надо жить. Наверное, не самый подходящий момент. Я просто очень боюсь тебя потерять, Сандра. Я не хочу, чтобы ты исчезала. Я хочу, чтобы ты стала моей женой, Сандра. Обещаю, что никогда не стану спрашивать тебя о прошлом. Ты можешь не отвечать мне сразу, я понимаю, это тяжело. Потом я... Я согласна. Пожалуйста, ответьте! Мистер Карпер, пожалуйста! Господа, расходитесь, господа!
Никаких комментариев. Я сказал, никаких комментариев. Мистер Харпер не будет давать интервью. Мама, я хочу представить тебе мою жену Сандру. Поздравляю я вас, рада, души, все великолепно. Поздравляю. Поздравляю. Здравствуйте, поздравляю. Здравствуйте. Поздравляю. Значит, сегодня к вечеру все должно быть готово. Конечно, конечно. Да-да. Добрый день, доктор Гастингс. Добрый день, миссис Харпер, добрый день. Я вас ждал. Что, опять головные боли беспокоят? Нет, я звонила вам не по этому поводу. Мне нужно с вами серьезно поговорить. Понимаю, понимаю. Бетти, головушка, у меня к вам огромная просьба. Спуститесь, пожалуйста, вниз. К физиотерапевту. И вот расскажите ему все про мистера Коллинза. Пусть он подготовит, чтобы все было в порядке. Договорились? Непременно, доктор. Благодарю вас, Бетти. Благодарю. Ну так, я весь внимание. Помните, доктор, я консультировалась с вами по поводу одного моего знакомого? Ну, конечно, конечно, помню. Да, вот здесь и здесь начинается воспаление. Ну и… Скажите, как скоро вы сможете его прооперировать? Ну, я думаю, вашего друга я мог бы положить в клинику хоть завтра. Гарантирую уделить ему максимум внимания. Скажите, я могу надеяться, что все сказанное мною здесь не выйдет за рамки этого кабинета? Миссис Харпер, я профессионал. Я не хотела вас обидеть, доктор. Дело в том, что мой друг, он живет в России, в Москве. Простите, я вас не совсем понимаю. А как вы собираетесь оперировать его у меня в клинике? Ведь с таким повреждением ему категорически запрещен перелет в Лондон. Я знаю. Поэтому я хочу, чтобы вы оперировали его в Москве. Доктор, я понимаю, что это предложение кажется вам безумным, но, поверьте, ему очень нужна ваша помощь. Я прошу вас спасите его. Я умоляю вас, доктор. Доктор! Да подождите вы, Сандра. Дайте подумать. Я вам не отказываю. Как-то все… Ну, хорошо. Допустим, на какое-то время я смогу оставить клинику. Но надо же оборудование везти, кое-кого из персонала. Вы понимаете, сколько вам это будет стоить? 1 000 000 фунтов. 2 000 000 фунтов. Не продолжайте. Первой цифры достаточно. Прекрасно. Скажите, когда вы сможете вылететь в Москву? Как-то все это неожиданно. Нужно будет отдать кое-какие распоряжения. Ну, наверное, через пару дней я смогу вылететь. Я начну готовиться прямо сейчас. Благодарю. А вы отчаянная, Сандра. В Лондоне большой интерес к твоей особе. Молодец, детка. У тебя все получится, Сандра.
Простите, Сандра. Пришел сэр Грэхэм. Я проводила его в гостиную. Спасибо, Милли. Ты все правильно сделала. Вы хотели меня видеть, сэр Грэхэм? Здравствуй, Сандра. Вот хочу последний раз полюбоваться творением рук своих. Я отхожу от дел, уезжаю из Лондона. Я слышал, ты собираешься продать этот дом? Да. Он мне больше не нужен. Слишком о многом напоминает. Как Джеймс? Спасибо, хорошо. Скажите, сэр Грэхэм, а правда ли, что Лиз Харпер причастна к смерти моей мамы? Или это всего лишь слухи? Правда. В этом мире не брезгуют никакими средствами, чтобы достичь цели. Иногда приходится жертвовать и ценными фигурами. Ведь главное в игре – победа. Фигурами. Любые фигуры – ведь это только средство для достижения цели. Запомни это, птичка. Значит, смерть Урмаса, Кэт и всех остальных – это не случайность. Плох тот игрок, который не может просчитать все варианты. Уходите. Уходите! И больше никогда не появляйтесь в моей жизни. Твой темперамент когда-нибудь сослужит тебе плохую службу. Ты так и не научилась держать себя в руках. Прощайте, миссис Харпер.